Период отпусков еще не завершился, но работникам Почты России отдыхать некогда. С 1 июля по 31 августа проходит досрочная подписная кампания на первое полугодие 2023 года. Сейчас пока, как это традиционно, то есть чем выгодно оформить подписку заранее, тем, что цены пока находятся на прежнем уровне. То есть происходит у издательств сезонное повышение цен, а пока на данный момент цены находятся на прежнем уровне, и сейчас оформить подписку довольно-таки выгодно. Подписка для работников почты – горячая пора. Они спешат обслужить постоянных клиентов и предложить интересные газеты и журналы возможным новым подписчикам. Что выписывают чаще всего? Нашу трибуну. А еще? Чаще трибуну. Календарь выписывают, теленеделю выписывают. Забавные наклейки. 39-е царство, ну, по-моему, вот как-то вот тоже ходовое самое. Да, люди уже знают, с какого числа начинается подписка, и идут прям конкретно только, чтобы выписать издание. Напомним, что жители района могут оформить благотворительную подписку на периодику детям из школ-интернатов, ветеранам, инвалидам из домов престарелых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции «Дерево добра» нужно выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет оформлена подписка. Юлия Трухтанова, Дмитрий Сурков, телекомпания «Радуга-3».